正与邪在缠绕，血与泪承载着荣耀，剑一晃，阻挡江山动摇，爱恨之间，总消磨着万世尘缘，正邪之念，就在一线之间，古今豪杰，三秋一生傲骨冷冽，回首看，一身红红烈中暧昧，错与对中徘徊，亏与背影走着豪杰，与一笑洗尽铅华污秽，爱恨之间总烙印着宿命誓言，正邪之念转眼灰飞烟灭，侠盗之间唯一不能轻易妥协，回首看一生轰轰烈烈，一开始就已无路可退，собираешься делать, Тинюнь? Отойди от нее. Убирайся. Убирайся. Отпусти ее. Братец Дин. Ты как? Вставай. Старший брат, ты наконец-то пришел спасти меня. А ты здесь что делаешь? Мы пришли спасти вас. Братец Дин. Старший брат выигрывает время для нас. Нужно спешить. Тата, броня их сюда. Быстрее. Уходим. Бежим. Стой! Старший брат. Циин, ты в порядке? Как ты? В порядке. Идем скорее! Не дайте им сбежать! Стойте! Стоять! Циин, держись за меня! Стойте! Немедленно остановитесь! Вперед! Подождите! Подождите! Можно больше не бежать. Они нас не догонят. Вот, садись. Сяо Джан, что за порошок ты использовал? Такой мощный. Это учитель дал. Как только человек вдохнет его, то не сможет двигаться. Даже бессмертные не исключение. Я же вам говорил, нельзя рассчитывать только на физическую силу. Используя мой ум, мы даже без сражения победили разбойников. Ну что вы смотрите? Помогите! Сейчас Джан Сянбин явит тебе свою силу.
Ты и твоя шайка уже давно у меня поперек горла. Да что ты знаешь? С этими двумя девушками план мог быть успешно воплощен. Не рушьте мой труд. Похищаешь женщину, еще и споришь? Я заставлю тебя познать боль. Считай, тебе повезло, что он закончился. Ты сейчас за все ответишь. Я тебя проучу. Сейчас побью тебя. У меня тоже есть секретная техника. Сяочань, подожди. У него могли быть свои причины. Какие еще причины? Он просто разбойник. То, что ты сказал в логове, что означали твои слова? Цин Юнь, такие, как он, убивают без разбору, не о чем с ним говорить. Старший брат, несмотря на то, что Лян Тянь и похитил нас, однако в логове он нам помог. Не думаю, что он плохой человек. Возможно, есть иная причина. В какую беду ты попал? Скажи. Вы все? В самом деле воины из клана Зу? Конечно! Мы новые 5 героев клана Зу. Смотри, 1, 2, 3, 4. 5. Вот это противоядие против яда Скорпиона. Когда девушки примут его, они будут излечены. Это действительно так. Вот, сестрица-богиня. Цин Юнь. Герои, между нами возникло недопонимание. Я прошу прощения. Пожалуйста, помогите мне. Жизнь Хуэй зависит от этих двух девушек. Хуэй? Хуэй? Кто это Хуэй? Изначально я не был разбойником. Я был обыкновенным охотником из города Юшуй. У меня была невеста по имени Хуэй. Мы с ней выросли вместе и полюбили друг друга. С самого детства я рос сиротой. Только лишь Хуэй хорошо обращалась со мной. Мы поклялись быть вместе. В день ее 16-летия мы должны были пожениться. Но неожиданно, в день свадьбы, кое-что произошло. Поздравляем! Спасибо! Поздравляю. Поздравляем! Благодарю! Счастья вам! Спасибо! Вот сюда. Хуэй была похищена разбойниками Ма Юань Лонга. И к тому времени, как я подоспел, было уже слишком поздно. Брат Тянь, Хуэй в беде! Ее похитили, что? Хуэй не единственная похищенная из города женщина. С тех пор, как ее похитили, Ма Юань Лонг не знал пощады. Ни одна девушка, попавшаяся ему на глаза, не избежала этой участи. Хуэй! 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 Ма Юань Лонг использует темную магию. Никто ничего не может сделать против него. Ради того, чтобы найти Хуэй, я ночь простоял на коленях. И, наконец, присоединился к ним. В теле каждого разбойника находится скорпионье жало, заложенное Ма Юань Лонгом. Средство контроля. Дай руку. Получивший проклятие скорпиона, каждую луну будет испытывать невыносимую боль. Лишь приняв противоядие, наступает облегчение. Все это время я искал Хуэй в логове. Однако Ма Юань Лонг очень осторожен. Каждую похищенную девушку он забирает лично. Никто не знает, где он прячет пленниц. Есть лишь один способ пойти туда вместе с Ма Юань Лонгом. Наконец наступил день, когда он, выпив слишком много вина, поведал мне секрет. Предводитель, ваша сила равна силе небожителей. Я буду преданно служить вам всегда. Неважно, сколько жен вы желаете. Я лично всех их доставлю. Жен?
Эти девушки не более чем орудие для моего возвышения. Тяни, продолжай следовать за мной. Как только я освою искусство двойной жизни, я не забуду тебя наградить. Искусство двойной жизни? Старший брат, ты знаешь эту технику? Эта ужасная магия пришла из западных земель демонов. Творящему заклинание необходимо собрать 100 дев, завершить ритуал в определенном месте. Так он увеличит свою силу и продлит жизнь на 100 лет. Что же до девушек? Их жизненная сила будет выпита, и в конечном счете они погибнут. Старший брат, что значит чистый инь-дев? Что думаете? Теперь понимаю. Как мог этот негодяй творить столь ужасные вещи? И ты, Лин Тяньи, как ты мог помогать ему? И ты даже хотел украсть Синьюань, сестрицу-богиню для Мая Юаньлонга. Ты что, продал совесть? Я помогал Мая Юаньлонгу красть девушек, потому что хотел, чтобы 100 дев были собраны как можно скорее. Когда он будет увлечен ритуалом, я собираюсь найти способ освободить их всех. Вот почему ты хотел просить Синьюань Цзи на помощи. Лин Тяньи. Так вот, о чем ты думал. Не слишком ли это эгоистично с твоей стороны? Герои, я знаю, что действия мои были эгоистичными, и мне очень жаль. Но Май Юань Лонг весьма хитер. Это единственный способ, чтобы найти Хуэй. Все уже было готово. Нужны были лишь две девушки, чтобы собрать требуемое число. Если я упущу этот шанс, кто знает, сколько придется ждать. Следующую возможность. Хуэй и другие девушки заточены в горе. Я даже не знаю, выживут ли они. Мы пойдем с тобой. Обязанность воинов клана Зу защищать людей. Верно ведь, старшая сестра? Я... Ты же не боишься? Дело не в том, что я боюсь. Отец наказал нам скорее возвратиться с мечами и избегать любых неприятностей. Но разве глава говорил отказывать кому-либо в беде? Синьюй. Но... Цзиин просто не хочет, чтобы мы попали в беду. Брат Лин, я признаю твою отвагу. Но слишком рискованно использовать этих девушек как приманку, я не согласен. Старший брат, у нас же есть миссия. Идем. Братец Дин. Брат Дин! Братец Дин. Братец Дин. Я знаю, что ты хочешь сказать. Возможно, ты решишь, что я бессердечный человек. Но вас обеих похитили. И я очень испугался. Я не хочу, чтобы вы подвергали себе опасности. Ты волнуешься за меня? Конечно. Я знала. Мой братец Дин не может быть столь хладнокровным. Братец Дин. Ты всегда был очень уверенным. Почему вдруг испугался? О чем ты тревожишься? Я не тревожусь. Я боюсь. Когда клан Зу спас меня, у меня никого не было. И я тогда никого не знал. И ничего не помнил. Вот почему я не боялся, что бы ни происходило. Все, что у меня было, это моя жизнь. Но позднее у меня появились братья и сестры. Сяо Джан и ты. Чем больше я приобретаю, тем больше боюсь потерять. Если я потеряю кого-нибудь из вас, я буду опустошен. Вот почему я не хочу, чтобы вы попали в беду. Я не хочу потерять никого из вас. Я клянусь, что никогда не оставлю тебя. Братец Дин, я знаю, что ты беспокоишься обо мне. Но братец Лин потерял то, о которой волнуется он. Братец Дин, которого я знаю, добросердечен и никогда не откажет в помощи. Что до меня? Тебе нет нужды бояться.
Учитель и глава клана говорили, что я всегда схватываю на лету. Неважно, насколько жесток Ма Юан Лун, ему станет хуже. Неужели ты не боишься? У меня есть тот, кто придет на помощь. Но есть и другая проблема. Цзэйин не хочет идти. Не хватает одной девушки. Не волнуйтесь. Я знаю, как нам быть в этой ситуации. У меня есть план. Только ты одна любишь меня. Больше некому. Лишь ты приходишь, чтобы увидеться со мной. Мяу Йи, глава клана сказал, что в этот раз ты перешел черту, поэтому он должен сурово наказать тебя в пример остальных. Но не волнуйся. После того, как все забудется, он позволит тебе вернуться на пик Небесных Врат. К тому времени я сам не захочу туда возвращаться. Это пещера в долине поглощенного зла, место, где мы усмиряем тьму. А еще очень тихое и спокойное место. Мое пребывание здесь столь беззаботно. Не надо смотреть на кислые мины, и нет нужды подчиняться чьим-то правилам. Если захочу подраться, здесь есть масса всего. Лишь об одном сожалею. Не могу видеть тебя постоянно. Тебя отправили охранять долину поглощенного зла, но видеть меня тебе никто не запрещал. Так ты имеешь в виду? Не волнуйся. Когда у меня не будет дел, я буду брать вино и навещать тебя. Мне нет проку от этого вина. Именно из-за того, что я и глупый мальчишка Динэнь пили слишком много, я размяк и позволил Юй Усинь уйти. Последствия мы сейчас наблюдаем. Ты сожалеешь? Сожалею. Стану ли я, Мяу Йи, сожалеть? Просто я немало разговаривал с той девочкой. У этой госпожи очень доброе сердце. Она обещала мне убедить Лю Пао свернуть с пути зла и вернуться на путь добра. Просто ужасно. Когда человеческие планы разнятся с волей небес, я сделал ход не той фигурой. И я не предполагал, что недопонимание сделает из госпожи Юй смертельного врага в клане Зу. Понимаешь? Это произошло, потому что Дан Чэн Цзы и остальные были слишком враждебны и не дали ей возможности объясниться. Кто знает, все может быть. Если бы я не провел с ней какое-то время, тогда и я бы тоже бился без жалости с кланом демонов. Иногда люди, глядя на вещи, могут видеть лишь то, что лежит на поверхности. В этом мире очень многое не то, чем кажется. Даже если ты видишь это своими глазами, они могут обмануть тебя. Небеса в самом деле любят шутить над смертными. Лишь немногие получают то, чего жаждут. Боюсь, что эта шутка небес слишком жестока. Я опасаюсь лишь, что эта девочка Юй встанет на путь своего отца. Поверь, история Динэнь и Юй еще не завершена. Только недопонимание. Лишь оно одно смогло пошатнуть их сложные и выстраданные отношения. Не волнуйся. Динэнь, мой ученик. Я верю, что он найдет свой способ справиться с этим. Это госпожа Юй. Случайно в долине поглощенного зла нашла письма Суэни Шэнгуаня Цзинво. Полагаю, все, что произошло дальше, не оставило ей возможности забрать их. Сходи и поищи их в долине вместо меня. Когда найдешь, хорошенько спрячь. Только представь. Эти письма — единственная память, которая осталась у нее от родителей.
Не переживай. Я хорошенько спрячу их. Ну-ка. Быть связанными, как муж и жена. Любить без сомнения. Младшая сестра Суинь, она действительно стоила того. Покажи выделить все на двоих. А разделенная смерть уберечь воспоминания. Старший брат Дзинво? Эта поэма была любимой у моей Суинь. Мне она никогда не нравилась. Потому что в ней говорится о разлуке пары. И неизвестно, будет ли у них возможность вновь увидеться. Тебе не кажется это ироничным? Сейчас эта поэма — отражение того, через что мы с ней прошли. Покажи выделить все на двоих. А разделенная смерть уберечь воспоминания. Старший брат Дзинво, учитель тогда беспокоился, что из-за недовольства ты пойдешь по неверному пути. И сейчас, спустя 24 года, ты до сих пор не можешь остановиться. Как я могу забыть убийство моей жены? Самая мучительная вещь в жизни — это разделение жизнью и смертью. Но клан Зу в полной мере заставил меня это испытать. А теперь ты хочешь, чтобы я забыл? А могу ли я? Но Юйсинь — твоя дочь. Неужели у тебя нет сердца? Заставляешь ее обманывать и убивать ради твоей мести. Не боишься, что твои руки будут в ее крови? И младшая сестра Суинь обвинит тебя. Не забыла ли ты, что тот, кто ранил мою дочь, был учеником клана Зу? Твой ученик Динынь. Ну, раз ты упомянула об этом, тогда и спрос будет с тебя. Позволь моей дочери получить ее отмщение. Время еды! Выпустите меня! Выпустите! Чего она старается? Динынь же покинул гору. Бесполезно мечтать о камне, именно! Раз Динынь уже покинул клан Зу, то и смысла здесь оставаться больше нет. Надо найти способ передать эту новость Дзинво. Думай. Дзинво, неужели ты по мне скучал? И поэтому пришел спасти? Тебе здесь не место. Идем. Что если мы поработаем вместе и вырежем всех в клане Зу? Не надо. У меня другие планы. Идем. Я получила некоторые ранения и не могу сейчас передвигаться. Скорее. Генерал, мы правда не посылали никому никаких новостей. Мы не шпионы. У меня есть много средств, чтобы заставить вас говорить. И также много средств, чтобы вы замолчали. Вам лучше обдумать это. Сяонан, раз мы не можем уйти, давай умрем вместе. Не бойся. Я с тобой. Хотите умереть? Легко. Остановись.
Генерал, если желаешь наказать моих слуг, стоило известить меня. Госпожа, владыка покинул пределы долины, и дела были переданы вашему покорному слуге. Надеюсь, госпожа не станет чинить препятствия. Если бы я решила помешать тебе, осмелился бы ты остановить меня. Поднимитесь и следуйте за мной. Почему вы сбежали? Госпожа, я раскаиваюсь. Я лишь хотела убежать с Акуном, далеко отсюда. Разве госпожа не хотела также сбежать с молодым героем из клана Зу? Пожалуйста, накажите лучше меня, госпожа. Как мужчина, я хочу защитить женщину, которую люблю. Если госпожа отпустит Сяо Нан, слуга отдаст свою жизнь. Но ты и в самом деле убиваешь невиновных. Ты не изменилась. Ты действительно бессердечная. Поднимайтесь. Я выведу вас наружу. Спасибо, госпожа. Спасибо, госпожа. Я могу защитить их. Но кто же защитит меня? Владыка всегда защищал вас. Просто вы не видите этого. Если бы решал ваш слуга, я бы ни в коем случае не допустил предателя в клане. То, что сегодня сделала госпожа, крайне усложняет работу слуги. Его поступки весьма жестоки. Удивительно, что у такого, как он, есть те, кто столь предан ему. Это недоступно моему пониманию. Госпожа не может себе представить, что владыка некогда захотел рискнуть своей жизнью ради спасения слуги. Именно это заставляет Дзюду быть верным ему без колебаний. Но он некогда оттолкнул свою дочь, а потом использовал ее. Госпожа, подумайте вот о чем. Когда вы столкнулись с опасностью в деревне Сюйшу, владыка искал вас, не ведая покоя. Когда упали с обрыва в бренном омуте, он послал воинов клана на ваши поиски. Вы присоединились к ученикам клана Зу. Когда владыка получил весть об этом, он немедленно приказал слуге и Вугую отправиться за вами. И хотя ваш покорный слуга не ведает, почему владыка отправлял госпожу на эти задания, но слуга точно знает. Даже если владыка не говорил этого вслух, в своем сердце он всегда волнуется о вашем благополучии. Но мой отец... Где он сейчас? Вчера он ушел в одиночку и отправился в клан Зу. Владыка не желал, чтобы письма его жены оставались в клане Зу. Госпожа, полагаю, слуга слишком много болтает. Тот, кому вы доверяли, оказался бессердечным человеком. И отец внешне холодный, но сердце которого полно любви. Кого бы вы выбрали? Владыка очень скоро вернется. Госпожа, берегите себя. Отец, ты всем сердцем любил маму. К слугам ты проявляешь великое милосердие. Но отчего же? Отчего со своей дочерью? Ты столь жесток. Владыка, с возвращением. Поздравляю помощницу владыки с успешным заданием. Тебе удалось сохранить тайну человека с горы. Ты хорошо справилась. Ты пришел, чтобы спасти меня. Этот поступок стоил всех тех приказов, что я должна выполнять. Я понимаю. В твоем сердце
Я тоже очень важна. Верно? Ты должна быть устала. Зюду. Да? Проводи помощницу в ее комнату. Да. Динго. Помощница владыки, прошу. Подожди. Я кое-что узнала в Зу и не успела рассказать о ней Динго. Дининь тайком покинул клан Зу. Это не важно. Владыка уже знает. Как давно? Человек с горы прислал владыке весть об этом давным-давно. Владыка уже успел все подготовить. Дзюду. Как думаешь, владыка действительно искренен со мной? Возможно, вы не хотите это услышать, но владыка отправился в клан Зу. Не только для того, чтобы спасти помощницу. Тогда зачем? Госпожа недавно сказала мне, что письма, которые владыка и его жена писали друг другу, до сих пор в клане Зу. Возможно, владыка отправился туда в этот раз для того, чтобы вернуть те письма. Замолчи. Пошел прочь. С вашего позволения. Почему? Почему опять она? Даже будучи мертвой, она продолжает стоять между мной и Динго. Почему? Почему взгляд его направлен не на меня? Почему я не могу победить мертвого человека? Во время моего отсутствия она всегда была такой? Да, владыка. В последние дни госпожа неустанно тренировалась день и ночь. Даже в Угую стало трудно совладать с ее мастерством. Она думала искать Динэня. Кроме освобождения двух предателей, у госпожи не было иных поступков. Владыка, возможно, госпожа все обдумала. Предатели? Что произошло? Я тщательно все выяснил. Это всего лишь побег двух влюбленных. Я послал соглядатаев следовать за ними. Их путешествие не затянется надолго, и госпожа ничего об этом не узнает. Ты отлично постарался. Что такое? Судя по всему, отец не схватил Динине. Ты опять о нем волнуешься? Избил и даже не можешь немного обо мне поволноваться. Быть связанными, как муж и жена. Любить, без сомнений.
Счастье — это пыль текущего дня. Благословение влюбленных, время, проведенное вместе. Джугу его, старый лис. Ты сумел тайком отослать Динэня с горы. Придет день, когда я найду Динэня. Своими собственными руками я заполучу камень Алой Души. И тогда мы сможем закончить то, на что не хватило времени 20 лет назад. Станем мужем и женой. Приветствуем и поздравляем предводителя с возвращением домой. Где Лин Тяньи? Докладываю, он, возможно, мертв. Вчера ученики клана Зу вломились сюда. Лин Тяньи отправился в погоню. И сейчас он, возможно, мертв или смертельно ранен. Предводитель, прошлой ночью эти девы были похищены, я погнался за ними и вернул. Раз сотня девственниц собрана, предводитель может начать церемонию и овладеть техникой. Хорошо. Ты отлично постарался. Лидер, вам стоит остерегаться этого Лин Тяньи. Из этих девушек, что он вам привел, одна не похожа на то, что было ранее. Ты узнаешь девушку, которая была подменена? Не узнаю. Но уверен, что это не та, что была. А вот и я узнаю. Мелкий жулик Джан Сян Бин. Он решил, что щепоткой пудры сможет меня провести. Он меня недооценивает. Но лидер, люди, которые пришли с ним, ученики клана Зу. Ученики клана Зу? Видишь это? Алая звезда, жемчужина легендарного меча, который подвластна природа. Она движет огонь и воздух. Обладая сотней чистых дев, поможет мне завершить магический ритуал. К тому времени горстка ничтожных учеников клана Зу не сможет мне помешать. У лидера выдающиеся возможности. Поздравляю, предводитель. Динэнь, что такое? Ничего. Камень Алой Души вдруг пробудился. Старший брат, что это был за красный свет? Не знаю. Герои, как обстановка? Все идет по плану. На завтрашней церемонии брат Сяо Джан должен быть выбран первым. Он будет первой жертвой Ма Юань Лонга. Это значит, он будет ближе всех к Ма Юань Лонгу? Да. По всем четырем углам цитадели я спрятал оружие. Братья, проникшие в логово вместе со мной, будут ждать неподалеку. Пока брат Сяо Джан не удивит Ма Юань Лонга, я подам сигнал фейерверкам. Мы разделимся и окружим алтарь. Отрежем им все пути. Не волнуйся. Пока мы действуем слаженно, мы непременно спасем их.
Двигайтесь! Быстрее! Идите! Давайте, шевелитесь! Чего плететесь? Вперед! Шли вперед! Хуэй. Хуэй. Лин Тяни попросил меня спасти тебя. Братец Тяни, не смотри на меня, смотри перед собой. Притворись, что ты ничего не слышишь. Когда церемония начнется, наши люди атакуют. Ты можешь тихо передать эту новость остальным? Когда придет время, вы должны быть спокойными и не бояться. Главное, не суетитесь. Мы обязательно защитим вас и вытащим отсюда. Да. Передай остальным. Выведите первую жертву. Братишечки, помедленней. Ну, правда, аккуратнее. Итак, сожжем первую жертву в угоду небесам. Майюань Лонг, разве не искусство двойной жизни ты собирался практиковать? Мне нет никакого резона проводить ритуал с мужчиной. Джан Сяньбин. Майюань Лонг, что ты задумал?展示了大爱，我真的很。